Данное видео создано в развлекательных целях. Автор никого не собрался оскорблять или унизить человека, попавшего в этот ролик. Всем привет! Обзор на канал Совок13. Вы спросите, а кто такой Совок13? Или зачем я снимаю обзор, если это мой хейтер? Захотела. И цель автора – достичь 3000 подписчиков. Сначала я вам расскажу, кто такой Совок13, а потом обзор на его описание, на видео. А вы перед просмотром данного ролика подписывайтесь на канал, поставьте лайк и напишите в комментариях, на кого еще заснять обзор. Да или же ни на кого, потому что мне очень лень снимать длинные видео. На YouTube захожу в свой аккаунт. Вы спросите, под какой контент он мне оставил какой-то комментарий. И вы спросите, какой хейт. Он написал, блин, у меня после этого глаза потекли. И смайлик рвоты. Под контентом разукрашиваю Пашу. В команде Билли и Хэллы. Под контентом, где я писала Совок13, вот где. Он мне не написал, потому что я его заблокировал. Ну, из списка тот, кто оставил отзыв. Давайте обзор на его описание. Будем читать описание. Если вы хотите прочитать, поставьте на паузу. Если вам лень, прочитаю я. Я ненавижу КВД. Вы спросите, что такое КВД? КВД – квадробика. Это новый вид спорта. Где девочки, то есть там в каких-то костюмах животного, ну вот так прыгают постоянно. А некоторые их матери думают, что это псих, там, припадок. У меня однажды была такая же похожая история. Мурзик – кот. Он есть кот. Он бегает, как будто он сумасшедший. Оказалось, он мышку нашел. Читаем его это описание. Читаем внимательно. Я ненавижу квадробику. Это канал, посвященный Ads World, анимации и антиквадробика. Читать далее. А где читать далее? Это просто по приколу. И я адекватный, и мне пофиг на чужое мнение. Так если ты адекватный, не пиши такое людям, у которых получается рисовать так, как получается. Нормально, адекватные так бы не поступали никогда. Они как все адекватные пролистывают видео. Поэтому я скажу честно. Совок, ты нафига такое пишешь? Лучше я какой-нибудь нормальный отзыв оставил или пролистывал. Давайте читать далее. Отвергая мое, говоря, что я не уважаю чужое. Ой, да мне не важно. Вы переобувайтесь на ходу тупым ганчером, посвящается ОС. А, простите, но я не в ход тупых гачеров. Если ты хочешь сказать, что Адем тупая гачерша Римма Бабина, то ты ошибаешься, реально ошибаешься. Они в тем более еще те адекватные. Хорошо, давайте почитаем. Как зовут его ОС? Имя бан, возраст. Ты что, возраст не придумал? Рост 175. Интересно, а какой кролик должен весить 175 сантиметров примерно? Вот да какая разница? Типа он кролик. Любит он Ads World, One Wet, Mark My, Seeking Monsters, My Hero, Акомедия, Витёк Плей, Майни. В общем, ну я зато любила играть в Roblox только Live World. Это мои две любимые игры. Самая лучшая игра это только Live World для девочек. Ты еще хочешь сказать, что некоторые только туберы это фигня? Давайте читать дальше. ТГ-канал Совок13. Ну, у меня нету телеграма, ну и не буду подписываться. Его канал создан позже, чем мой. Тоже 9 июля. Но у меня он создан 9 июля 2021 года. И в статистике 6000 просмотров. А у меня в статистике... У меня в статистике 496 тысяч просмотров. И он спросит, почему моя фигня залетает? Я фиг могу понять. Даже если у некоторых создан 5 лет назад, 8 лет назад, 10 лет назад.
Наверное, просто плохой монтаж. Это не оскорбление, реально. А, допустим... Вот, кстати, могу сказать, что... Адем заслужила 1000 подписчиков, поэтому ее поздравляю. В общем, давайте дальше про что-то, про совок 13. Где я его описала? Давайте далее. Посмотрим его видео. Он, конечно, не агро. Он будто адекватный. Ну, давайте. Not my problem, ха. Это я тут, где его описала. Так какой ты после этого адекватный, если тут, наверное, можно еще внизу почитать. Но этот комментарий, я давно его забанила. Писал он там. Многих от такого рисунка блевать тянет. Так какой после этого ты адекватный? Я знаю, что это твое мнение. Но твой комментарий читается как оскорбление для кого-то. Пацану нравится из этого видео песня. Но кто-то написал только. Он написал, да потому что тебе 8 лет, и ты не шаришь в Ads World. Ребят, может быть он шарится в Brawl Stars или в Roblox. Хватит его обвинять вообще. Вот реально. Кто за видеоигры? Ну, допустим, Гача, Тока, Roblox, Brawl Stars. Поставьте лайк. На его вот это видео не буду обращать внимания. Нифига. Ну, давайте. Заранее извиняюсь за малстрой и водяной знак лайка. Так уже было. Ты еще хочешь сказать, что лайки фигня? Кто не знал, я тоже раньше была в лайке. Но удалила и сейчас из-за недостатка памяти. КВД фигня. Я, конечно, на его стороне. Но давайте почитаем комментарии от парня. Молодец, парень. Вообще. Или девочка. Чел, обсирать хобби — это как-то низко. КВД не хобби. Хобби — аутизм. Не приносит максимум. Это можно назвать занятием. Время просиранием... Изменено. Тем более, чем КВД. Помогает? Что оно дает для будущей жизни КВД? 50 на 50. Агро лучше, другие кусаются как дикие. Реально, кусаются как дикие. Ну, спросит ли он, почему я не хочу его шоп, если она тоже квадроптер? Ребят, это как бы я ее подписчик. Но ее канал называется Ева Лим, потому что ее прошлое забанили. Простите, что я сказала. Но это не оскорбление. Точно. Так. Если приведешь 2-3 доказательства обратного, то, может, и я рассмотрю твое мнение до этого времени слито. Я знаю, что КВД фигня. Но лучше мое занятие рисовать. Простите, но у меня такой вопрос. Почему пацан рисовал кролика без шеи? У него такая стилистика или он просто специально? Чтобы его видео залетали? На самом деле, у него вот этот контент залетает на 1000, на 1500. Ну а мои контенты с моей стилистикой? Самое популярное 17 тысяч просмотров не связано с стилистикой. Ну давайте так, кто из них по каждому набрал? Ну давайте, все по порядку. 1-3 тысячи просмотров. Рисовала Рута и Дэниела маленькими. Рисовала Наоми с Марком. 2000 просмотров. Далее. Вот это. 2000 просмотров. Вот это и это. А все остальное на 100. В общем, вы спросите, контент там про Пашу какого-то раскрашивала. Спросите вы, кто такой Паша.
это друг Хелы. Да неважно. Только не говорите, что это шиза. Потому что я... Ну, не то, что шизанутый, это друг того персонажа, символа моего канала. Пашу придумала я. Он появлялся в контенте, короче говоря, Дом ужасов. В, короче говоря, Билли. Что вроде отсутствие черного флобастера, размер глаза. Ребят, мне нравится так рисовать. Мне не важно. Отсутствие черного фломастера, потому что я не хочу тратить. Поэтому да. Советую лучше подписаться на канал Риммы Бабины и Сары. Римма Бабина просто в Клеопатру и там Ведьму Анжелу она там снимает. Ну, ролики с Гачей, конечно, не будет. Но у нас совпадение то, что мы снимаем мультики. И вот. А на Сару, потому что мы с ней друзья, и она отлично потрудилась. Ну, в общем-то.